По статистике новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день, на 16 июня, то на сегодняшнее утро у нас зарегистрировано от нулевого пациента 501 случай. Вот, пациентов. При этом в стационаре лечится на сегодняшний день 7 человек. Есть выписано из стационара за весь этот промежуток времени 39 пациентов и переведено в основном, конечно, это вот медицинский центр Лешман, наибольшее количество людей на реабилитацию 40 человек. Летальные случаи не увеличились, также 4 случая. По отделению вот, вчера мы действительно перевели большое количество пациентов на реабилитацию. Сейчас у нас поступило всего 2 пациента за прошедшие сутки. 24 пациента лежит у нас в отделении. В настоящий момент у нас находится на лечении 38 пневмоний на амбулаторном лечении, то есть в поликлиниках. Большинство, конечно, это пациентов, это Кинешма, 21 человек. Ну, Заволжский район 11 и Юрьевецкий район 6.